покатался на своей пейне, уже забыл, что это такое. И сегодня у нас будут покатушки на пейне. Сейчас я на ней покажу. Сегодня я приехал в Санкт-Петербург и заселился вот в хостель New Day. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Ну, знаете, снаружи вот этот отель выглядит немножечко неопрятно, как будто я в какой-то гетто-район приехал. Тут у нас кухня, холодильник, но это нам не интересно. Пойдем лучше посмотрим на номер. Так. Офигеть. Сауна и джакузи. Но это меня подождет, пойду погуляю по Питеру. Я приехал сейчас в центр Питера, дошел пешочком. И посмотрите, там летают военные вертолеты какие-то. Да еще там, ну это может обычные вертолеты, но там пролетели только что с ракетами там всякими. Может какая-нибудь выставка, но я постараюсь это разузнать. Мне кажется, это какой-нибудь авиасалон проходит. Там, знаете, вертолеты в одном месте, и ты их можешь разглядеть. Первый раз, и город, честно говоря, впечатляет, так что советую хоть раз тут побывать. Иногда Нева разливается, и посмотрите, 23 сентября 24 года вода была вот на таком уровне. То есть, ну, представьте, вот я бы мог сейчас просто взять и плавать начать. Знаете, вот такие вот, когда прическа вот так вот стоит треугольником, это называется ракес. Так вот, видите, у него ракес? Так вот это название возникло, их племя, короче, называлось эрокезы, и оно находилось, они находились на Аляске, с того и название эрокез. Вы думаете, спиннер появился в 2017 году, и это современная модная вещь? Нет, на самом деле спиннер появился в Японии, еще там в каких годах? Ну, короче, 1800-600-700-х годах, короче. Вот так вот. Так что спиннер это уже давно не модно. Это детский скелет с двумя головами и тремя руками. Знаете, музей оказался очень тяжелым, прям вообще. Сначала я думал, о, будет прикольно, там посмотрю на каких-то там. Когда вы тут побываете, вы поймете, о чем я говорю. Ну, конечно, может, не все так, знаете, вот так ходят. Некоторые улыбаются, селфится на этом фоне, но это ужасно. И, то есть смотреть даже я могу, а вот когда начинаешь читать, там грыжи срастания с разного боже, это вообще. Так что я лучше пойду отсюда. Oh.
осколков наших ног. Звездная пыль на сапогах, мягкая прясла клячатый пляд. Сегодня я взял доску, чтобы покататься во дворце, который находится в Петербурге, вот он позади меня. Но, конечно, везде, во всех странах мира практически во дворцах, вот такой вот дебильный грунт, на котором просто невозможно кататься на пене. Кстати, мне асфальт просто не заплатил за рекламу, из-за этого я его хейчу. Придется теперь целый день таскать пене с собой в рюкзаке. Много проходил. Кстати, у меня в телефоне показано где-то 11 миль. Ну вот. Вот что я делаю. Я лежу как бомжик на лавочке. И отдыхаю. Да, Питер меня уморил. Но хорошо, что в номере есть кое-что, что восстановит мои силы. Первое. Это джакузи в номере. Второе. Сауна. Ну все, а я пошел дальше путешествовать. С вами был Андрей Багаюэн. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног.